377 участковых избирательных комиссий у нас будет охвачено видеонаблюдением. По две камеры будет трансляция в сеть интернет. По крайней мере, такое решение принято на сегодняшний день. И плюс видеонаблюдение будет в каждой из 29 территориальных избирательных комиссий. Вы помните, что такое было впервые у нас на президентских выборах. Эту традицию мы продолжаем. Всего 406 точек видеонаблюдения.